там выпуске, и в прошлых выпусках мы вам рассказывали, как готовить лисицу, ежика и лягушек. В этом выпуске мы вам покажем, как приготовить эту замечательную вкусняшку. Сейчас, что у нас тут? Гадюка. Очень вкусное мы будем готовить сегодня блюдо. Гречку с гарниром из гадюки. А что мы ее? Все, наверное, кончать будет. Опять снимаешь? Нахуя? Так я гадючку чищу. Вот бачите? Кажут, не кормлять українську армію. Кажуть, жрать не машу. Як це не машу? Поки під ногами щось повзе. Ми голодні. Ну, станемося. Да, Юра? Вот так вот. Кишки. Надо их здесь выкинуть. Здесь мать вот тут, наверное. Так. Говорят, что гадюка на вкус как курица. Это неправда. Мясо у нее жестче, чем у курицы. И на вкус она такая, как, больше как дичь. Жесткая, а не как курица, мягенькая, да? Филейка, да? А пахнет як. Вкусно пахнет. А из шкури зроблю себе шнурки. Юра, скажи хоть что-нибудь, а? Ты это хули снимаешь. Все. Это можно выкинуть. Потроха можно использовать как наживку для рыбы. То есть используется все. Юра. А? Эти кишочки, а? Маша. Без труда не выловишь рыбки из пруда. Чтобы быть сытым, надо ручки запачкать. Не? Кусок филеечки, ёб твою мать. Я ж вам не рассказал, все пидорасы отключили, ну, я как включил. Взорвали наш трансформатор. Отключили нам свет. Порезали нам трубы, теперь у нас нема ни воды, ни света. Воду мы набираем там. Из большой калюжи у пожарников. Кушать у нас тоже уже закончилось. Не закончилось до конца, а заканчивается. Вот, готовы мы гадючек. А
ты б, може, вже косюр би розводив, ні? А то мухи... Сейчас побліплюють. Для жопи то, що я зараз зробив. А? Юра. Привет. Уже косюр начнеш розводити?